темнеет вечер синий, пора нам в оперу скорей. Там упоительный Россини, Европы баловень Орфей. Не внемля критики суровой, он вечно тот же, вечно новый. Этой оперой решался вопрос, важный для искусства вообще и для русского искусства в особенности. А именно, существование русской оперы, русской музыки. С оперой Глинки является то, чего давно ищут и не находят в Европе. Новая стихия в искусстве. И начинается в его истории новый период. Период русской музыки. Говорят, сам государь-император собственноручно изменил название оперы. Да-да, это точно так. Ну, его величество блестящий вкус. Можете представить себе, господин сочинитель хотел назвать оперу именем этого мужика. А по-моему, это галиматья. Глинка от русского отстал, к иностранному не пристал. C'est un opéra vraiment manqué. C'est ça, oui. В целом опера, извините, скучна. Mais c'est la musique de Cocher. Ни одной настоящей арии. Все ансамбли растянуты. И, наконец, peu de diversité. Да, милая, да. Сколько? Странные времена. У Пушкина Емельян Пугачев, у Глинки Иван Сусанин. И regardez là-bas, monsieur Пушкин, il pleut à verse. Ужасная тоска.
заря, взгляну в лицо твое. Впервые эта музыка прозвучала 27 ноября 1836 года. И этот день стал днем рождения русской классической оперы. На премьере в ноябре 1936 года можно было видеть в Большом театре Санкт-Петербурга Александра Сергеевича Пушкина. Его кресло было в 11 ряду. Справа у прохода. Вот у меня в руках томик «Пушкин» Борис Годунов. Сам Модест Мусоргский писал на противоположной странице каждого листа либретто оперы. А когда Мусоргский принес оперу Борис Годунов в Мариинский театр, комитет из 7 человек отверг ее. И только лишь вторая редакция и даже третья прозвучала 27 января 1874 года впервые на Мариинской сцене.
поклонимся очившим властителям Руси. Дело номер 995 собственной канцелярии генерал-губернатора Санкт-Петербурга. Циркуляр полицейскому управлению. Запретить исполнение музыкальных произведений композитора Римского-Корсакова, завести дело на него, а за ним, как за лицом неблагонадежным, установить негласный надзор. Генерал-губернатор Трепов, 1905 год.
Стоп, стоп! Вадим Васильевич, плохо слышно сопрано. Вообще, весь хор ближе, плотнее, ближе к микрофону, пожалуйста. Внимание! Пиковая дама. Поет Ирина Богачева, дубль 2. Приготовились к записи. Oh!
Трепет тайный, все ждешь чего-то. Молитвой теплой к угольникам Божьим я мнил заглушить души страдания. Великие блески власти В стране есть теперь новый хозяин – трудовой народ. Специальная комиссия распределяет билеты среди рабочих организаций, красноармейских частей и учебных заведений. В зале новый зритель. Наша задача – служить ему. Thank you.
внимание, бутафорский цех. Придите на сцену, пожалуйста, необходимо посмотреть правильно поставленную мебель. Светлый к вам пришел.
Thank you.
Россия спрянет на нас, и на облаках.
И на длинную ноту, да? Его без робости. Робости, так просто. И заставлю. Может быть, он приедет нынче, может, он вчера еще приехал, только я Нет, здесь хорошо, но вот здесь повторять нельзя. Иначе получается немножко много. Удобно отсюда? Да. Вот этот эпизод. Вот так же. Угу. Расставайся с ноткой не так легко. Угу. А выпивая каждый переход и каждую ноточку. Удобно отсюда? Да. Вернусь домой и вдруг его увижу. Добрый вечер, товарищи. Был первый звонок к началу спектакля. До начала остается 30 минут. Внимание, товарищи, дирижер идет в оркестр, начинаем спектакль. Thank you.